Спорт – это жизнь. Чебоксарские ястребы и после завершения сезона занимаются пропагандой здорового образа жизни. Очередной мастер-класс спортсмены провели в Кугейской коррекционной школе-интернате. Баскетболисты посещают эту школу уже во второй раз и каждый раз приезжают с подарками. Подобные акции проходят при поддержке Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Подробности в нашем сюжете. Уже несколько лет подряд баскетболисты проводят подобные мероприятия. Программа показательных выступлений четко отработана. Оранжевые мячи летят прямиком в корзину под звонкие аплодисменты школьников. Было принято решение для популяризации баскетбола и здорового образа жизни проводить мастер-классы в школах и образовательных учреждениях Чувашской Республики. Это в Чебоксарах, в Чебоксарском районе, те школы, которые нам доступны. Мы сделали запрос в отдел образования города Чебоксары. Они связались с школами, и те школы, которые изъявили желание, мы с удовольствием проводим там мастер-класс. Для игроков команды подобные мероприятия не в тягость. Капитан Ястребов Николай Долматов надеется, что подобные мероприятия помогут ученикам сделать правильный выбор в будущем. Он считает, что занятия спортом не только полезны для здоровья, но и прививают такое важное качество, как дисциплина. Меня позвал мой первый тренер Никифоров Виталий Витальевич, баскетбол. Он жил у меня в подъезде, и так получилось, что у меня не было вариантов, потому что я выделялся из сверстников ростом, и это мне очень понравилось с первых же тренировок, и вот это желание на протяжении всех этих лет до сих пор занимаюсь и всем советую. Впереди у Ястребов еще около 10 открытых уроков, после которых команда усиленно начнет подготовку к новому игровому сезону. Алексей Табинов, Борис Андреев, Республика.